Здравствуйте, дорогие друзья! И в этом видео хотел с вами поделиться и вас же спросить. Некоторое время назад, следить за видеопубликациями на канале «Дивный сад», я рассказывал уже о том, что на моем участке, где я планирую вести свою деятельность сельскохозяйственную, на том участке, где у меня уже сделан фундамент под теплицу, украли забор. Естественно, после этого я озадачился вопросом, каким образом можно обеспечить удаленную охрану, визуальное наблюдение за данной территорией, в том числе и за забором. Соответственно, я начал искать информацию, каким образом это сделать, и нашел решение, которое позволили мне, и сейчас позволяют в данный момент, вести видеонаблюдение за всей территорией. Это участок размером 4 гектара. С помощью одной камеры я осуществляю обзор и наблюдение в круглосуточном режиме за забором на участке. И в этом видео я хотел вас спросить, вам интересна вообще вот эта тема видеонаблюдения за какими-то объектами, за какой-то территорией, причем неважно, это там большой участок или немножко поменьше, решение подойдет, в принципе, во всех случаях. И вот я записал подробный видеокурс на тему, каким образом я это делал, какое оборудование подобрал, как это все дело смонтировал, как это эксплуатируется сейчас зимой, как это эксплуатируется вот в эту зиму, в снег, в морозы, минус 33 там, по-моему, было в этот момент. Вот весь вот этот опыт. Если вам это интересно, то напишите плюсик или да в комментариях к этому видео, смотря где вы смотрите. Тогда я пойму, что эта тема интересна, и сделаю презентацию с рассказом о том, каким образом я это реализовал. Ну а для тех, кто захочет более подробно эту информацию получить, детально изучить или самостоятельно сделать, то я записал серию видеоуроков подробных о каждом элементе, как это делается, и если у вас будет желание, вы можете будет за буквально там небольшую сумму приобрести, самостоятельно смонтировать данную систему видеонаблюдения у себя на участке. Ну, естественно, я на этом не остановился. Я сейчас смотрю и выбираю различные другие варианты, потому что территория достаточно большая, 4 гектара. Это прямоугольник такой, ну, даже не прямоугольник, квадрат 200 на 200 метров, грубо там, ну, плюс-минус там 10-20 метров с каждой стороны. То есть это достаточно большая территория. И вот, чтобы обеспечить обзор и со всех ракурсов, да, не только вот общий вид. У меня камера снимает сейчас в данном случае круглосуточно общий вид забора. И при необходимости я приближаю каждый участок. Необходимо мне посмотреть, она с 20-кратным зумом. Вот, что, в принципе, позволяет делать обзор. В течение дня я захожу несколько раз, просматриваю весь периметр и наблюдаю таким образом. Ну, пока вот такое решение, ввиду отсутствия там столбов и каких-то еще моментов, самый бюджетный вариант, который позволил. Ну, плюс там еще ряд нюансов я использовал, это оповещение о пропадании сети, там стоит бесперебойник на камеру, чтобы в случае отключения с питания камера продолжала снимать, и можно было понять, злоумышленники отключили камеру, либо это просто пропадание в сети электричества. Ну, вот этот весь ряд моментов я расскажу на вебинаре открытом. Если вам действительно эта тема интересна, то еще раз прошу вас каким-то образом повзаимодействовать, тогда это даст импульс для скорейшего выхода презентации и рассказам этого всего, и, соответственно, окончательной подготовкой видеокурса к предложению. Да? Он практически полностью весь готов, осталось сделать вот только презентацию. Ну что ж, дорогие друзья, я желаю вам великолепного дня, до встречи в новых видео на канале. Если еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и выбирайте все уведомления, чтобы получать все уведомления о выходе новых видео на этом канале. Пока!